Друзья, всем салют. Как вы поняли, рыбке очень плохо, и ее надо лечить. Сейчас будем ее пытаться спасти. Лечить будем вот левомицетином. Одна таблеточка на 10 литров. Тут практически 20 литров, если быть точнее, вроде 17. И добавим 1,5 таблеточки. Но еще нам надо удалить все растения, и так как плохо лекарство это влияет на растения и на биологию. В общем аквариуме лучше не проводить. Видите, как она уже совсем не очень выглядит. Я смотрю, тут другие тоже как-то так не очень мне нравится, как себя ведут. Поэтому сейчас будем лечить. Таблетки я превратил вот в порошок. Вот его видно. Ну и сейчас будем засыпать. Смотреть. Вот он. Засыпал. Крышечку помоем. Ого, как засыпалось. Даже переживаю теперь, немного ли я насыпал. Ну, рецепт. Одна таблетка на 10 литров, 1,5 таблеточки. Ну, будем надеяться на скорейшее выздоровление этой рыбки. Но другие, вот я смотрю, нормально. Смотрите, они. Вообще, анубиас я специально оставил. Хочу посмотреть, как на нем будет вот реакция. Испортится или нет. Ну, а это тоже такие экспериментальные. Тут немножко арголистника и ричи ямана. Посмотрю, как. Вообще не рекомендуют, но... проверим, как оно есть на самом деле. Лекарство, вот оно лежит пока. Скорее всего, надо его размешать. А вот рыбка. Ну, я смотрю, что-то ей не совсем хорошо. Как-то уж она очень-очень плохо выглядит. Но зато вот эти чуть бодрее стали. Не знаю, может, мне кажется. Или так хочется. Вроде так. Бодрячком, а это что-то вообще, наверное, долго я тянул с лекарством. Ну, надеюсь на скорейшее выздоровление. И вот, друзья, утром я увидел мертвую рыбку. Отошла она в страну вечного мотыля. Вот она, мертвая. Но в то же время, смотрите, эти хоть порасправляли больше плавники и получше себя ведут. Вот у них видно, им полегче. Видно, то и уже было, ну, поздно что-то там применять, что-то, какое-то лекарство давать, и она уже все. Ее тут улитки пообладали. Что касается растений, видите, растения все нормально. И они в целости и сохранности. Не знаю, может, таблетки не особо эффективны, хотя вот по этим видно, что им получше стало. Либо. Что-то я напутал, либо мне так насоветовали, что на растения плохо влияет. Растения все нормально, ну а рыбку спасти не удалось. Увы, но такое тоже бывает. Если кто лечил левомицетином, напишите, как у вас это происходило и спасли или не спасли рыбу. Ну а я рассказал свою историю.